этом видео я вам покажу, как из обычного монитора, жидкокристаллического, можно сделать телевизор. Не секрет, что в телевизорах уже давно никто не применяет встроенный там тюнер аналоговый. В основном телевизор применяется в качестве монитора. И если у вас на мониторе нет HDMI входа, то можно приобрести вот такой вот адаптер VGA на HDMI, сделать из любого монитора телевизор. Я, например, у меня монитор даже без звука. Из этой ситуации я вышел следующим образом. Я купил такие вот USB колоночки, питание от USB. Вот это тюнер марки SAT Integral 1258. Почему такой? Потому что нам нужно желательно иметь два USB порта на тюнере. Когда мы включаем тюнер, автоматически питание идет на адаптер с HDMI до порта. И у нас монитор получает сигнал включения. Вот он в режиме ожидания. Включаем тюнер. И при этом же USB порты, которые находятся в тюнере, они тоже подключают питание на колоночки. У нас получается, что мы, включив тюнер, одновременно одним и тем же пультом включаем и колонки, подключенные к, я сейчас покажу как, к тюнеру, и монитор. Звук, вот он звук. Антизомби, сегодня 20:20. Вполне достаточно. Значит, вот колоночки обычные. Стоят они порядка $4-5. Вот переходник. Переходник этот HDMI на VGA есть с выходом на мини-джек, есть без него. В принципе, нам мини-джек и не нужен. Потому как звук мы берем сразу же из тюнера. Если у меня такой, например, тюнер, здесь выход мини-джек, у которого и контакт один видео, и два контакта звуковых аудио. И я взял просто колонки напрямую, подключил к этому мини-джеку. И оно прекрасно работает. Питание взял от USB порта. То есть при выключении. Ну а второй порт для чего? Для того, чтобы нужно было подключить сетевые адаптеры Wi-Fi. Это так умотал, чтобы меньше торчало. Получаем. Этот, кстати, адаптер стоит, ну, порядка тоже там, ну, до $6 стоит. Получаем где-то $10 у нас адаптеры и звук, колонки. Ну и плюс монитор. Всем спасибо. Пока.